Нет, никаких параллелей. Дело вот в чем. Дело в том, что мы забываем, что нынешняя власть Турции, премьер-министр Эрдоган, покусился на то, что было основой длительный срок, больше полувека, политического строя Турции. Это власть военных под ковром, которые определяли и контролировали поведение власти гражданской. Он попытался оторваться от военных. Он арестовал и отдал под суд нескольких генералов. Он, так сказать, попытался ликвидировать эту власть. Я думаю, что за этой вроде бы вольницей свободной, с демократическими лозунгами, с требованием не разрушать парк, не срезать деревца, в итоге мы со временем увидим те самые погоны турецких генералов.